Укрепить позиции России среди технологических лидеров, реализовывать новые проекты в сфере IT на пространстве всего Евразийского союза и устранить все мешающие барьеры. Необходимо устранить все барьеры, мешающие развитию отечественных высоких технологий. Об этом заявил сегодня Владимир Путин на встрече с участниками конференции «Вперед в будущее». Президент подчеркнул, наша страна обладает в этой сфере огромным потенциалом. IT-индустрия может стать двигателем для всей экономики. Репортаж Ильи Костина. Предвидеть появление новых технологий. Лет 20 назад тот же смартфон был фантастикой. Теперь неотъемлемая часть жизни. Ведущие мировые державы, в том числе и наша страна, делают ставку на инновации. Об этом, выступая на конференции с говорящим названием «Вперед в будущее. Роль и место России», говорил сегодня и Владимир Путин. По некоторым экспертным оценкам, экспорт российской IT-индустрии в 2015 году составил уже 6,7 миллиарда долларов. Я просто для сравнения вам скажу, что происходит в других отраслях. 6,7 миллиарда долларов. А экспорт вооружений у нас в 2015 году был 14,5 миллиарда долларов. Понимаете, мы уже в этих гражданских областях уже скоро догоним экспорт вооружений. На первый план в современном мире выходят высокие технологии. Те страны, которые не смогут вовремя адаптироваться к новым реалиям, будут отставать. Нужно сделать так, чтобы появлялось больше отечественных компаний и организаций, способных не только разрабатывать технологии, но и предлагать их рынку в виде конечного, коммерчески успешного продукта. И, разумеется, прошу правительство провести инвентаризацию того, что мешает развитию таких компаний, и разработать дальнейший план устранения этих до сих пор имеющихся еще барьеров. По мнению экспертов, уже в ближайшее время к интернету будет подключено более 20 миллиардов различных гаджетов. Причем способы защиты данных не поспевают за техническим прогрессом. И обладателям этих устройств придется привыкать жить в новых условиях. Там нельзя игнорировать угрозы в сфере кибербезопасности. Системы сетевого доступа, цифровизация общественной и личной жизни требуют надежной защиты интересов и гражданина, и государства в целом. Нужно в полной мере учесть возможности технологического прогресса и его потенциальные риски, формировать эффективную стратегию развития технологий в нашей стране. Кстати, сначала накануне, а затем и сегодня интернет-сайты как минимум 5 крупных российских банков из топ-10, в том числе Сбербанка, подверглись серии хакерских атак, но система защиты выстояла. Это новое явление, и это, конечно, такая неприятная история совершенно. В силу того, что по мощности эти DDoS-атаки в 1000 раз более мощные, чем те атаки, которые были раньше. Мы работали в штатном режиме, никаких перерывов в нашей деятельности не было.